Итак, привет, ребята, вы находитесь на канале Китай в топе, с вами я, Александр, сразу нажмите лосик, так, идем дальше. У нас сегодня пришел вот такой вот карабасик, здесь у нас должен быть видеорегистратор бренда Jansai 10 дюймов с 4G поддержкой и там еще плюс GPS должен быть присутствовать. Мы взяли его по вот такой цене, продавец его оценил в $18. Итак, ребятки, вот наш, значит, уже распакованный карабас с большим слоем пупырки, все, в принципе, четенько, красивенько, можно, в принципе, на подарок, на продажу, в случае чего, значит, ID Retrieve Mirror Recorder. Так, здесь моделька называется Z55, но по идее на страничке продавца было Z54, если мне память не изменяет. Так, здесь у нас что указано? Зеркало, видеозапись, фотозапись, видеопроизведение, что-то там, видеопросмотр и G-сенсор. G-сенсор это на случай прекращения записи видеоролика, если там случилась какая-то ДТПшка или там какая-то резкая стряска, то есть резко вы затормозили, то есть в случае чего видеозапись сохранится, не потеряется при каких-то неожиданных ситуациях. Так, мы заказывали с карточкой в 64 гигабайта. Здесь у нас, как видите, 64 гигабайта. Все правильно, такой вот в китайском стиле. Тут типа такая цветущая сакура от бренда Kingston. В принципе, Kingston это вот такой вот бренд. Уже много себя лет зарекомендовал отлично. Так, идем дальше. Здесь у нас встречают, выбираем такую мякуху. Тут у нас встречает само зеркальце. Так, что у нас? Вылазит, не вылазит? Так. Тут у нас, как видите, тут у нас, значит, имейчик указанный. Что тут указано? Так, у нас тут под GPS есть. Под GPS, под карту памяти, под SIM-карту. И почему-то USB мини-SIM. Че, как он там, не микро... Мини-сим, да. Вернее, мини-USB. Здесь у нас, ну, конечно, такая пленочка дешманская. Ну, на шарнирчике так вот она выдвигается. Здесь можно настраивать. Извиняюсь. Вот так вы можете вытягивать. То есть, здесь вы цепляете на штатное зеркало сверху. Здесь у нас вот такие мякухи, что не дают царапаться. То есть, не резинка. У многих было, я смотрел на обзорах, там читал отзывы, что люди пишут, здесь вот тут именно резинка, здесь такая вот как поролончик мягенький такой, точно не поцарапает вам ваше зеркало и будет чики-пики работать. Так, здесь у нас вот так это, вот видите, может корректироваться, то есть если вам надо. Далее, тут у нас по всей, ага, вот динамик у нас есть, тут радиатор. Что у нас тут? Здесь у нас включение-выключение и плюс здесь у нас микрофончик встроенный. Вот наше зеркальце. Hello, это я. Вот такое зеркальце. Но оно в пленке сейчас снимать. Так, давайте закрою, чтобы ничего не сломать. Зеркальце. Так, отложим. Что у нас дальше по комплектности? Так, по комплектности у нас зарядник от прикуривателя. Здесь у нас видеокамера заднего вида. Здесь еще крепежные винтики и, так понимаю, клей двусторонний, скотч. Вот она камера. Вроде как в HD качестве, а сам видеорегистратор пишет в Full HD разрешение 30 кадров. Так, это что у нас? Это как-то, не знаю, не буду ломать. Разъединяется, не разъединяется вот эта вещица. Но здесь подключается посредством вот такого вот мини-джека. Это есть. Это мы пока откладываем. Есть. Это у нас для GPS. Так, сейчас просмотрим ее. Да, вот для GPS. Есть тут на двустороннем скотче. Но здесь, правда, ничего не указано, что это GPS или что-то еще. То есть никаких опознавательных знаков нету. Но, в принципе, ее можно прикрутить и будет пользоваться. Я попозже сейчас буду разбираться с ним, а после уже непосредственно вам покажу. Так, и как это все работает. Так, здесь у нас включение питания от предохранителя, так сказать, в автомобиле, чтобы уже
было питание 24/7. То есть, ну, могу, конечно, ошибаться насчет 24/7, но по идее оно может быть питание, ага, вот, как видите. Так, 12 вольт, 24, 5 вольт, 2,5 ампера, 5 вольт, плюс-минус. Какие-то тут такие вот непонятные значения, что там 5 вольт, не 5 вольт. Так, есть. Это у нас есть блок питания. Вот такие вот, видите, коннекторы у нас. Это у нас для места, где предохранитель находится. Вставили и запитали. Здесь, я так подозреваю, это типа заземление. Ну, проводочки, конечно, такие плюшевенькие. Так, это у нас GND, BAT Plus и ACC. Аксессуары, так называемые. Так, ладно, это у нас есть. С распаковочкой, можно сказать, почти разобрались. Дальше у нас идут вот таких вот два фиксатора, которые будут, кстати, крепиться. Вот они крепятся вот так, ориентировочно как-то. Чик. И потом вот сюда, и вот это вот все натягивается к вашему, вот так вот. И оно потом вот так вот натягивается к вашему зеркальцу штатному, и вы можете непосредственно уже, будет не телепаться это зеркальце, и будет работать отлично. И дальше у нас здесь 4G Full HD. Smart Car DVR. Многие говорили, что есть на русском языке мануал, но у меня только мануал на английском. То есть, в принципе, здесь надо будет скачать приложение на смартфон, что я сделаю. Проверю уже все, работает, не работает. И после, как я говорил, уже вернусь к вам. Итак, привет, ребята. Вот наш GenSight видеорегистратор. Сейчас мы его запускаем и будем немножко его обозревать уже в включенном варианте. Включается он в данный момент от прикуривателя. Это происходит с небольшой задержкой. Это сам по себе факт. Плюс сам он еще нагревается, когда по ходу дела работы. Я не знаю, как он будет дальше работать. Вот видите, GenSight. То есть, в принципе, вроде как коробка не брендовая, а сам этот вроде как да. Еще приношу извинения, снимаю все это с руки, потому что немножко штатив сюда не влезет в машину. Кстати, тут мой уже, который я заказывал отцу, видеорегистратор Xiaomi. Видео на него уже есть на канале, так что можете посмотреть. Так, вот наш видеорегистратор, что он видит. У нас есть кнопочка красная, мы можем нажать. Он разделит на два варианта. В принципе, у меня еще тут, сразу же говорю, подключенная есть. Подключенная вот вторая камера есть. Вот она вот тут. Вот, вы видите, сейчас я тут махаю. Это типа заднего вида. То есть вы можете непосредственно наблюдать на том, какого качества картинка будет у вас. Вот так, поточнее. Но опять же, это в статическом режиме, не в движении. Попозже я у заказчика попрошу, чтобы мне скинул хотя бы пару роликов каких-нибудь там в ночное, в дневное время. Так, дальше идем. Переключение. Опять же, красненькой клавишей мы переключаемся. Где? Вот мы можем раз переключиться, два переключиться. Также мы можем, из-за того, что экранчик здесь узкий, а снимает он, ну, довольно-таки в широком формате, поэтому мы можем еще сделать на экране вот так вот магию и увидеть больше немножко. Либо здесь, либо здесь. Как на одной камере, так и на второй. Так, где мы? Вот этот мы хотим сейчас увидеть, допустим. То есть, вот она наша камера. Как вы видели, здесь хорошо видно багажник. И здесь кусок причелка мы видим. Так, дальше мы идем. У нас здесь есть навигация, камера. Музыку можно, то есть, есть карта памяти мы взяли. 64 гигабайта, то есть это есть Bluetooth, то есть можно сконнектиться с телефоном и непосредственно уже разговаривать через сам регистратор. Далее, точка доступа Wi-Fi, то есть сюда можно опять же сим-карту вставить. Вот тут оно сейчас не видно будет, ну то есть если я вам уже показывал, что можно вставлять сим-карту. Далее FM, просмотр видеофайлов. Так, это у нас есть, заходим, плюс.
опять же, можем зайти и просмотреть то, что у нас есть. То есть, видите, ну, как бы звук есть, не супер громкий, но есть. Просмотреть в случае чего можно. А, настройки есть. А, то есть, по настройкам, в принципе, все как на Андроиде. То есть, можно посмотреть система. Система. Язык, видите, Android 8.1. Ну, в принципе, при желании можно будет еще, я так подозреваю, обновиться в дальнейшем, может быть. А, либо же перепрошить, как вот, кстати, моделька. Сейчас. Модель Z55FIZTK. Так, есть. Выход. Медиафайлы мы можем. И вот наше самое интересное, то, что есть Android, то есть практически полноценный Android. Ну, в принципе, есть какие-то недочеты, есть все нормально. Есть вот Google карты, можно, если что, при помощи них использовать. Эй. Можно как навигатор использовать тот же самый Google Map, либо же тот же самый видеокарты. Можно те же самые карты использовать, которые в устроенном навигаторе. Сейчас я, конечно, передаю с мобильника, который сейчас находится в машине, передаю через Wi-Fi все, что есть. Так, загрузка карты идет. Ну, опять же, скорость интернета не супер большая. То есть, в принципе, он точку нашел, где я нахожусь. Все замечательно. Это четко, где он нашел меня. Да, вот, видите, подгрузил карту. Ладно, выйдем еще назад, вернемся. Опять же, к нашему китайскому встроенному навигатору. Не знаю, что это за навигатор, но, в принципе, он также само работает через интернет. Возможно, он, можно как-то сюда в него загружать сами карты будут. Этого я не знаю еще. Точно вам не скажу, еще поинтересуюсь у заказчика, что он скажет. Он уже второй заказывает себе такой регистратор. Так, вы подумали. Так, не надо нам ничего. Так, нет, спасибо, мы ничего не хотим. А, Google карты ты нашел. Так, это нам не то. Навигатор. Ага. Да, вот, в принципе, да, все нашел без проблем. Всю страну нашел, все по дорогам. Все есть. Определяет, по крайней мере, все это дело. Камера. Можно, опять же, делать здесь фотки. То есть мы нажали на кнопку, сделал. Есть еще модели видеорегистраторов, в которых можно и голосом управлять, но это не та моделька. То есть, так же самое здесь можно выключить микрофон. Включили обратно его. Настройки какие-то. Можно остановить запись. Да, мы можем остановить запись. Раз. Отключение камеры. Мы отключили. То есть, мы можем отключать на какое-то определенное время циклы записи. То есть, мы можем указывать, кстати, можно от 1 до 5 минут, в принципе. Что уже хорошо. То есть, он там будет отрывками писать, а не полнометражный фильм, то есть если в какой-то происходит ДТП или что-то еще, нужно взять именно кусочек, то есть чтобы не пропало все, у вас будут оставаться какие-то именно кусочки. Так, чувствительность G-сенсора, то есть если при какой-то вибрации, то есть упали в какую-то яму серьезную там, либо же врезались, не дай бог, в кого-то, у вас вот этот G-сенсор, он сохранит последние моменты. Чувствительность ADAS, можно вообще ее, в принципе, низкую сделать. Ее как бы в идеале вообще отключать. Бесполезная система, ну, в наших реалиях, там, где в Украине, допустим, на дорогах разметки вообще практически нету, так что смысла от нее никакого тоже нет. Если даже разметку нарисовали, то она стерлась буквально там за пару дней или месяцев, и дальше вы как бы сюда отдашь систему, она ни к чему. Так, скорость определения, опять же, это по GPS-у. GPS тут встроенный, поэтому, как вы понимаете, это все вроде как работает. Вроде как все, что мог, я проверил, ребятки. Если будут вопросы, буду стараться связываться с заказчиком, буду интересоваться, что да как и почем. Еще раз напоминаю, сейчас, допустим, он питается, вернее, допустим, сейчас питается, вот у меня есть вот такой вот зарядничек комплектный, и еще есть
чип, вот такой шнурочек, который питание от, вот там, которое находится внизу, от этих, скажем, который питается от предохранителей автомобильных, там, где вы можете подключиться, и уже непосредственно питать свой видеорегистратор, он будет включаться по зажиганию, я так предполагаю. Но опять же, заявляют, здесь аккумулятор есть какой-то, никакой. Ну, как там, я не сильно верю, что будут хорошо долго держать, даже там какие-то полчаса, то есть там в лучшем случае минут 5-10, то есть какое-то резервное питание, опять же, ему надо долго-долго находиться в режиме заряда, чтобы он зарядил сам видеорегистратор. Это один момент. Второй момент, это у нас то, что питание, ну, может, оно немножко некорректно работает от прикуривателя, потому что когда у меня было запущено сразу два видеорегистратора питания, даже если я сам регистратор выдернул, шнур питания выдернул, у нас остался зарядник, у меня экранчик тупо-тупо-тупо мерцал. То есть он вроде как работал, но он мерцал. И еще плюс зверски как-то он пищал. Кстати. Еще хотел в настройки зайти. Не сюда. Эй, вот так. Где что тут, зараза, было? Аж находил. Прокрученный монитор. Ремонт, вык, а парковочный монитор, все вык, понятное дело, не нужно. Кстати, еще забыл сказать, есть вот такой вот момент. То есть у видеорестата то, что камера вот двигается, мы можем вот так, зеркальце подвинулось маленько, мы можем его там вправо, влево чуть-чуть корректировать или вверх-вниз. То есть вы видите, раз, то есть у меня сейчас освещение, на улице уже довольно-таки раньше начинает темнеть, и как только смог, я добрался до видеорегистратора, до свободной машины, где можно отснять данный видеоролик. Так что, ребята, жмем лосики, хоть лосик плохо видно, вот так вот. Жмем лосики, подписываемся на канал. С вами был я, Александр, и вы находились на канале Китай в топе. И надеюсь, вам данный ролик понравился, и вы поделитесь со своим другом.